Конечно, отклонишься. А я спать вынужден буду. Пойти. А ты на работу завтра? Нет. Нет? Нет. У тебя отпуск? Да какой нах? Ну, блядь, послезавтра на работу. Угу. Послезавтра наработку. Сосочка 157 уровня. 157? А у меня, по-моему, меньше или больше, я не помню. А ты скажи. Сейчас. Так, сколько у тебя памяти нужно, давай еще раз? 2 215 000. А, ну все, у меня 2 237 000. Так, даже больше у тебя, чем у меня. Да, ну потому что я круче, крутой, у меня яйца крутые. Болтаются между ног. У меня тоже охуенно большие яйца. Ну, я поставил. А, я ж хотел рапиры выбить. Щельков точно. О, я приехал сюда, и тут же Сэма появился. Охуенно, все, победа. Вот это удобно. Вот это я поздравляю. Так, смотри, Султан, давай начнем с чего? Начнем с введением тебя основ, в курс дела. Основ, я забыл, как уклоняться и как играть в эту игру. Ну, это да, это пока для начала займись. Щит себе купил? Он у меня давно был, начнем с этого. Начнем с этого. У тебя кольцо Кларанти стоит? Да. Есть кольцо Кларанти, угу. Армор возьми от огня с резистом побольше. Да. Ну хотя бы свой. Хотя бы свой старый накинь. Ну вообще 78. Не, ну ты прям нихуёво соска для ебля. Хочешь я скажу прикол, Виталь? Mm-hmm. Эта броня самая лучшая у меня от огня защищает. Ну тогда пусть. Пойдем. Для начала. Иди сразу вправо. Не получи пизду, сразу вправо к лестнице. Нахуй. Не здесь, Султ, ну что ж ты, блядь? Убьем его нахуй тогда. Пусть не мешается. Пойдем. Давай просто их всех убьем. Не, вот этого не надо убивать, они не воюют. Без я драк. Я просто хочу с них это. Вот этот урод меня просто. Просто влево уходи и все. Нахуй тебе с ним драться, объясни, если он здесь не пролезает. Всю жизнь нет смысла с ним драться. Там дальше будет заглушка. Вот здесь вот пидорас, он меня... Хочешь, я расскажу историю охуительную? Давай. У меня вон тот мужик у дверей больше не спавнится, потому что я убил его больше 100 раз, блядь. Или хуй знает, потому что он меня, ну, меня настолько заебал, что я его постоянно убивал, он у меня уже больше не спавнится там. Да, кстати, есть некоторые мобы, которые, типа, имеют лимит. Вот, и он... Ну, он просто у него, видишь, вот атаки вот это вот. Как он меня задел? Ага, да, это нормально. Да вообще, в принципе, часто происходит. Начнем с этого. У тебя хилиться есть чем? Есть чем, все. Короче, Султ, смотри, рассказываю тебе. У меня 3-0, бля, рассказываю. Во-первых, броня полегче, но у тебя она и так легкая, нормальная. Объясню просто, в чем суть этого педрила. Что за хрен? Сзади, Виталь. А что, он решил надо драться? Ты его задел, что ли, случайно? Нет. Алло, да выбери цель. Хуёвенько. Подожди. Дай я пройду, не лезь. Давай проверим, дерутся, не дерутся. Не, это только этот отбитый, пойдем. Побольше мобильности, Султ, побольше мобильности. Мобильность. Похуй, на щит похуй. Побольше, тебе надо официально больше мобильности. Смотри, он начинает, у него несколько паттернов атак. Пока не заходи. У него несколько паттернов атак, и он неприятный. Потому что он ведет себя как придурок. Я знаю, что ты с ним дрался. Но его атака, которая на взлет, от нее можно, ее можно избежать. Понял как? Объясняю тебе. Ну вот, надо бежать в другую сторону, в противоположную от его сторону. И вот так бьем, короче, по 2 раза ему по лапе, и когда он эту атаку хуярит, просто отходим, бегаем по арене, как сумасшедшие. Понял? Ну давай, короче, я давай. Давай. Он... Да, быстро. Он сейчас огонь дает. Просто по лапе ему пару раз. Чтоб стамину оставляй. Все, теперь двигаемся. Вперед двигаемся. Сейчас будет полет, скорее всего. Двигайся вдаль, куда-то в край, чтобы он тебя не догнал. Просто беги максимально вперед.
Да, да, он тебя может сжечь, нахуй. Все, смерть. Ой, бля. Да, да, тебе нужно бежать, тебе нельзя, нельзя много бить, не, не трать стамину. Тебе нужно ударить два раза, да, и отойти. Я к нему добежал уже без стамины, ладно. Хуёво. Что я могу тебе сказать? Хуёвенько, суд. А сколько у тебя, сколько ты стамины? У меня? Да. 159. 159, так у меня сколько? А, ну, 138. Хорошо, хорошо. Давай, Виталий. Человечный связанул? Да. Давай. Я поставил. Ну, на два удара мне, короче. Максимально, да. Ну, или у меня два удара, типа, и я бежать начинаю. Потому что больше двух ударов не сделает. Не, можешь, я говорю, на два удара. Можешь? Можешь сделать этот. И ты имеешь в виду, а ХП у тебя на два удара? Да, там да, же, да, там же, в начале, в храме дракона. Прям там и поставил. Там же, где было до этого. Что-то нет, блин. Эту атаку очень тяжело, очень тяжело доджить, и нужно просто бежать нахуй в другую сторону. У нас, кстати, с тобой этот замороженный цветок у тебя есть? В ключах. Это ключи. У нас с тобой. Мы в ДЛС скоро с тобой пойдем. Да, есть. Я знаю, я видел. Все, призывает, видишь меня, наконец-то. Замечательно. Я просто тебя предупреждаю, тебя разъебут вообще по-жесткому, в этой игре все очень грустно. Он просто вот этой вот своей атакой, он убивает тебя в большинстве случаев. То есть, ну вот, у меня он не убивает, но после этого, если ты попадаешься на нее хоть разок, то уже становится грустно тебе. Вот, я тебя предупреждаю, Султ. Угу, он тебя ударит, да. Да, да. И я встану, ну, отлично. Да, да, он тебя ударит. И налево, давай, давай. Самоцветы жизни юзай. Чтобы бутылки не тратить. Да чё у меня с ФПС? У меня ФПС до 30 просаживается здесь у тебя. Бля, это вообще не прикол. Веди, веди на меня. Я просто тебя заранее реально предупреждаю. А ты сундук здесь забирал, да? Да, да. Угу. Угу. От этого долбоеба можно и отлететь вообще. О, у меня пиздец, у меня. Сейчас, подожди, надо рубануть стим нахуй. Кто-то походу заходит в игру, у меня начинает лагать, пиздец. Стрим что ли? Стим выключить. Можем пушить. Можем пушить. Да, там. Там от. У меня отвратитель. Я говорю, отвратительная хуйня с того, что когда кто-то в игру заходит, у тебя ФПСы падают, пиздец. Причем А вот я тебе объясню, оверлей, потому что грузит тебя оповещениями всю хуйню. У меня так Fallout лагал, например, сегодня. Новый Вегас или 4? 4. Или 3. Но у меня в принципе, походу, лагает игра почему-то. Хотя, в принципе, комплекс лагает. Ну, может. Будем верить, что это меня не подведет. Пойдем. Говорю, просто, просто Султ, беги. Просто типа, когда он начинает давать. Ты ударил два раза? Это пиздец, почему меня ГВФ ебёт? Блять. Короче, когда он. Ты даешь два удара, сейчас он должен огонь пускать. Если дает крылья. Ага, следи, следи. Вот сейчас он огонь дает. Просто беги вперед, ударяешь два раза и идешь дальше вперед. Все, ударили, отходим. Отходим вперед. Потому что он сейчас крылья ёбнет. У него три атаки есть. Он либо... Да, ебать, она нахуй. Ага. Что, нельзя, типа, ну, ТПС сделать. Здесь сейчас крылья могут быть. Сейчас он, скорее всего, взлетать будет. Стой просто рядом и отходи сразу. Да, крылья, все, отход, отход, отход. Краю, 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 краю. И как он начинает... Все, бежим, бежим на него, бежим на него. Я вышку, давно прошу вышку забрать. Если бы не вышку мы забрали, то это была бы... Он огонь, огонь дал. Вы тусуйтесь, вот тут можно было бы забрать вышку. Теперь к двери сейчас побежим, теперь к двери бежим. Давай, Сул, к двери, все, не жадничаем, бежим, но? Бежим к двери. Нехуй жадничать. Он просто похоронит нас, если мы будем жадничать. Мы просто могли вышку давай, забрать. Давай, Виталь, беги. Блядь, да я ноги выебал. Че, он будет огонь? Он не огонь пустил, подождем. Ждем, встань, встань. Взлетает, все, отход. Вот это отход, отход. Просто вот только так от этой хуйни уворачиваться.
Потому что надо, вот, надо внешние ТВРа забывать. Теперь сейчас пойдем на край. Снова, да, снова огонь, снова огонь, снова огонь начался. Аккуратно, у него есть неприятная атака, когда он все под хвост дует. Все, Сул, пойдем, пойдем. Давай, давай, давай. Все, блядь, мы как лемминги, бежим просто нахуй отсюда. Просто так, стоп, два раза. Угу. Вот, ну типа, вот эта вышка, это важно. Все, 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 ждем. Давай, 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 Сул. Аккуратно, он может дать обманку и два раза дать крылья, блядь. Все, он ёбнутый вообще. Просто я мог с вами ходить, понимаете? Сейчас, Сул, двери, двери. С вами вообще типа, без проблем каких-то, не испытываю вообще никаких проблем. Но, типа, не вариант. Полетел опять. Угу. Бейте эту. Подходим. Аккуратно. Очень-очень страшно, когда он может дать сразу два раза. Он снова дал, он дал снова крылья. Отходи, отходи. Бля. Нахуй. Отходи нахуй. Нормально, нормально, нормально. Просто смотри на то, что он делает. Живем. Если он дает огонь, то все безопасно. Если он дает крылья, живем, все пиздец. Живем, живем. Огонь, огонь, огонь. А, не, не огонь. Лапы. Все, Сул, отход, отход. Лапами он тебя сразу шотнет, нахуй, если попадет по тебе лапой. Там просто всегда шот. Огонь пошел, этот? Ну, ждем, ждем, ждем. Он сейчас лететь будет. Он просто предсказуемый. Угу, летит, все. Отходи. Угу. Че, не лезь, нет, не, 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 не лезь, не лезь, не лезь. Ждем, ждем атаки. Потому что он даст атаку. Видишь, он делает как. Он, блядь, нас путает. Если ты к нему пойдешь. Я. Понимаешь, я на опыте научился, потому что если он подходит и не дает атаку вот эту огненную, значит он скоро ее даст и стопудово даст нам пизды. Огонь, огонь пошел. Все, к двери, пойдем. Бегит, 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 гномик бегит, гномик бегит, гномик. Угу, все нормально. Что, значит, погнали. Да, да, да. Аккуратно. Все, отходим, отходим, не к двери, влево, вон туда. Угу, началось. Снова что ли? Да, 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 отходи, отходи, отходи. Нет. Ты переживешь, переживешь, переживешь. Одну атаку переживешь. Отходи, хилься. Не иди на следующий залп. Отходи, хилься сам. Угу, он снова дал хуйню. Вот сейчас можно будет подойти, Сул. Да, 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 все, подходим, подходим. Давай, давай, давай. Он снова дал. Отходи, 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 да, отходи. Да, не, отходи. Я под ним, Виталь. Я под ним. Не парься. Нормально, нормально. Сам отойди от атаки. Я же уже. Отходи и хилься. Все нормально, нормально. Он снова дал. Опять? Отходи, да, да, да. Он будет срать, он просто срет и все. Он срун, блядь. Отойти похилиться, Сул. Я фул. Угу. Огонь. Чем? Подходи, 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 да-да-да, подходи, подходи, нам нужно добить чуть-чуть. Хотя не стоит, не-не-не, не стоит, ждем, 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 пока он не прыгнет, в пизду. Лучше на Верочку играть. Он потому что если насрет, то все, он может похоронить. Тут знаешь, какая хуйня происходит? Он иногда огнем тебя не убьет. Сейчас, сейчас, ждем, ждем, пока он огонь даст по радиусу. Стой позади. Угу. Вы знали, блядь, я три раза только от нее уже. Ебаная. Давай, все, подходим, Сул. Давай, добивочная на него. Я не обоссан был. Ну, он обосрет, он обосрет тебя. Надеюсь, я живой. Тише, 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 тише. Я живой, живой, живой. Все, подходи, давай, 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 давай. О, он огонь изнул, все. Он мертв. Домой. Все, победа, блядь. Это, нахуй, я предупреждаю тебя, это конченый босс, если ты без тактики будешь, ты потратишь попыток 40, блядь, пока ты не поймешь, что нужно играть аккуратно. Все, поздравляю, Султан, с победой нас, блядь.
Знак верности дали. Все. А где? А, давай это. Все, Султан, давай, я ушел. А тут костра нет нигде? Нет, нигде. ТП-шься через этот, через кость. То есть я мог гораздо раньше с вами выйти. Вот так вот, Султан. Я считаю, что кооп выигрывает. Особенно, когда ты, твой, блядь, друг нахуй знает, как играть против этого босса ебаного. Надрочился. Но у меня ушло миллион попыток на то, чтобы понять, что этот долбоёб из себя представляет. Маджулу теперь... А, блин, у нас теперь память душ на 100 больше. Нормально, не-не-не, все нормально, не парься. Мы все еще можем играть вроде. Ну ладно, тогда потом... А, ну или что у нас еще на повестке дня? У нас с тобой много этих сюжетных осталось, боссов. Сюжетное, это чисто так. Так, что вкачать? Жизнь? Сместитесь на вот вышку. Я не иди туда, Фигайся, прокачка быстрее, Сева. Это тебе не первый Dark Souls. И не третий. Ну, третий, я хуй знает, что там. Там, кстати, да, видел.